головой. Майн в центре поля. Шанбиев. Миронов. Рядом есть Гордячук. Чуть назад на Горовых. Горовых под левый на этот раз. Хорошая передача на Гордячука. Выход 1-1 и гол! 1-0 после роскошного паса Данила Горовых. Миронов на Шанбиева. И Мамин. Ох, как заперли-то спартаковцы Химки в своей штрафной. Все даже поднять голову не могут. Прострел! Не дотягивается чуть-чуть Лялюшкин. Но атака продолжается. Горовых пробить! 2-0! Данил Горовых. Двоих футболистов ставят любимцев в стенки. Лялюшкина и Сидорука. Следует подача. Кулаками играет на выходе любимцев. Футболист Химк мяч. Удар и гол. Вот так. Ой-ой-ой. Мяч забил Максим Кузнецов. Тоже очень красивый гол. Остался у Химок. Наверное. На сей раз свистнул в пользу Спартака. Сейчас на трибунах точно начнется волна негодования, потому что и так было предостаточно уже всяких выкриков. Гордячук пробить! 3-1! Наш новый центральный нападающий, освободившись от...